Как можно отпустить человека, если ты его любишь? Только за то, что ты его любишь, ты должна дать ему возможность уйти. А у тебя было такое? Да, было однажды. Один раз. Как долго тебе было больно? Долго. А верить надо. В этом-то и смысл жизни. Чтобы верить. Верить и любить. Вот и все.